Приступаем к прокачке наших рук. Начнем с бицепса. Первое упражнение – это молоточки с гирями. Берем гири и начинаем делать подъем гири до прямого угла. Локти зафиксированы. Можно делать как каждой рукой по очереди, либо в совокупности. Сначала одной, другой, либо две гири одновременно. Силы хвата здесь сумасшедшие тоже тренируются. И пальцы, и мышцы, которые управляют, если держат кисть саму, мышцы предплечья, ну и, конечно, бицепс. Более изолированные классические сгибания на руки, так же, как это делается со штангой или с гантелей. Вот такие. Локти неподвижно. Здесь кроме бицепса почти ничего не грузится, поэтому можно вес взять посерьезней. С большим весом придется присесть. Можно по очереди это делать упражнение. Можно совсем с одной гири, тогда еще получится побольше вес взять. Руку сюда для равновесия и поехали изолированно. Вся концентрация в одном бицепсе, одной руки. Локоть неподвижно, это принципиально. Локоть будет ходить, все, никакой нагрузки акцентированной не будет. Локоть прижали неподвижно. И, думая о бицепсе, только им и работаем. Имитация подъема бицепса на молот, да, в стиле таком молот. Это берем гири за боковые дужки. Кулаки находятся в вертикальном положении. Опять же, достаточно большой вес можно использовать. Удерживаем спиной, удерживаем ногами. Упражнение на бицепс в таком изолированном стиле. Принимаем такую стойку, рукой опираемся о бедро и делаем подъем на бицепс. Задействуем наш хват, работает брахиалис и бицепс. И еще одно упражнение, такое супер изолированное, да, когда мы упираемся локтем в колено и поехали. Это на пиковое сокращение бицепса. Опять же, здесь максимальная изоляция идет. Его используют и как профилактику травм, и даже восстановление после травм локтевого сустава с легким весом, ну и как развитие пиковой силы, конкретно двуглавой мышцы руки, бицепса. Приступаем к прокачке нашего трицепса. Берем гирю вот таким образом, за дужку. А лучше взять ее за ядро. Имитация такого мячика, как будто взяли мячик. Поднимаем гирю наверх и затем выполняем французский жим из-за головы. Еще одно упражнение на трицепс. Выполняется каждой рукой поочередно. Делаем подъем на грудь. Поднимаем гирю наверх. И затем делаем опускание гири за голову. Жим вверх. Локоть неподвижно. Иногда можно второй рукой придерживать, чтобы контролировать неподвижность локтя. Или так, или с этой стороны. Да. Главное, чтобы локоть был неподвижен, тогда включается изолированный трицепс. Угу. И еще одно упражнение на трицепс. Берем гирю верхним хватом, задушку. Становимся в стойку. Рукой опираемся о бедро, поднимаем локоть до прямого угла и делаем такой подъем гири в сторону. Вес здесь берем небольшой. Плечо неподвижно, локоть как стараться тоже неподвижно, только предплечье разгибается. Упражнение на наши кисти, оно абсолютно
простое в выполнении. Надеваем дужки гири на наши пальцы, то есть держим на кончиках пальцев. И затем сжимаем кулак, как будто мы сжимаем эспандер. Раз, опустили. Выполняем это в быстром темпе до отказа наших предплечий. То есть пока гири сами не выскочат из рук. Выполняем желательно около 100 раз за подход. Тогда можно более эффективно прокачать наши кисти. На предплечье еще классические подъемы. Здесь как раз гири позволяет, нужно держать ее всегда, чтобы она в висе была. Это, вот это, скажем, внутренняя часть. И внешняя часть переворачиваем. Чуть поменьше вес, она чуть слабее, как правило. И внешняя часть